злая монахиня обладает черной магией. Мне кажется, что Грэнпа хочет воскресить Грэнни. Мне нужно, чтобы ты мне принес эти ингредиенты. Яйца радужной кукушки, сопли лесного тролля, пальцы мертвеца, столетний мох с вонючих болот. И последнее, и самое главное, слеза мальчишки. Ты ведь не просто мне помогаешь. Да, за свою помощь мне от тебя нужно кое-что. Точнее, кое-кто. У мальчишки есть сестра. Принеси мне ее, и это будет платой за воскрешение Грэнни. Было трудно, но я нашел 4 первых ингредиента. Вот тебе зелье телепортации. Выпей его, и окажешься у мальчишки дома. Дом мальчишки! Так, Грэнпа отправился к мальчишке. Осталось заколдовать его родителей, чтобы они ему не помешали забрать сестренку. Так, что там было у нас за заклинание? Ага, вспомнила. Ирвас и мобилус на горенды и махия. Ирвас и мобилус на горенды и махия. Ирвас и мобилус на горенды и махия. У нас традиция. Каждый год... Пап, подойди ко мне! Пап? Пап, помоги мне, пожалуйста, у меня там отвалилась запчасть. Да ладно, хватит уже прокалываться. Это что, какой-то пранк? На щекотке ты точно боишься. Надо мной. Мам, надо мной там папа прокалывается. Мам. Понятно, и ты с ним заодно. Пойду Еву дразнить, чтобы она кричала. Посмотрим, насколько хватит вашего терпения. Срочно прячьтесь с сестренкой. За вами идет Грэнпа. Феликс, ты что, разговариваешь? Но это же не сон. У нас мало времени. Быстрее. Я его задержу. Ева, Ева, ты где? О, Ева! Ева, быстрее прячемся! Бесит! Не
мальчишки, вы где? Не обманула злая монашка и правда заморозила. Мальчишка, я найду тебя. Ты мне за все заплатишь. Меня не остановит. Выходи по-хорошему. Просто дай мне свою слезу, и я не трону твою сестренку. Честно? Тут он нас скоро найдет. Надо его обхитрить, заманить в ловушку. Как? Как-как? Пока не знаю. Хотя есть идея.